Образование у нас финансируется, к сожалению, абсолютно недостаточно. Статус школьного учителя крайне низок. Статус вузовского преподавателя очень низок. Так не может быть ни в одной уважающей себя стране, чтобы, там, скажем, вузовский профессор не имел достаточно средств, чтобы прокормить свою семью, и вынужден был бы делить свое время между несколькими работами. Это сказывается, естественно, на его и преподавательском уровне, на качестве его преподавания и на качестве его научной работы. Это бьет по перспективам нашей науки. Статус науки, низкий статус науки, бьет по его будущему, потому что молодые люди не идут в науку, потому что наука не позволит им прокормить свои семьи. В конечном счете, стратегически, это очень плохо. Хуже не бывает для конкурентоспособности нашей страны на мировой арене.